этот вечер в Доме народного творчества звучали стихи и песни из наследия Мусы Джалиля. Литературное мероприятие прошло в рамках декады родного языка. Цель мероприятия – это знакомство с творчеством Мусы Джалиля, так как на этой неделе и на следующей неделе это декада родного языка. Мы выбрали именно тема творчества Мусы Джалиля. Его произведения, песни, стихи очень сильные в воспитательном значении. На празднике собрались школьники всех возрастов, студенты, педагоги, известные писатели. Каждый своим выступлением смог выразить любовь к творчеству поэта-героя. Я учусь в татарской гимназии, названной в честь Мусы Джалиля. Сегодня было такое мероприятие, мы с удовольствием выступили на нем 2 танца. Мусы Джалиль – настоящий герой-поэт. В годы Великой Отечественной войны он предпочел смерть предательству. Уже приговоренный к казни, сидя в берлинской тюрьме Моабит, он написал несколько десятков стихов. После войны эти стихи вошли в сборник «Моабитская тетрадь» и стали известны всему миру. В 1956 году Мусе Джалилю было присвоено звание Героя Советского Союза. С тех пор интерес к необыкновенной и трагической судьбе татарского поэта его творчеству не угасает. А жители Татарстана и Нижнекамска ежегодно с размахом отмечают его день рождения. Евгения Смоленкова, Айсылу Хафизова, Марина Чернышкова, Н-Медиа.